рассказывай, как там твоя турпоездка? Да. Европа понравилась? Конечно, что ты. Европа – это потрясающе. Как люди в Европе умеют гулять, так это... Это я нигде не видел еще. Игорёч, ну что? Ну, это деревня, я вот понять не могу. Ну, подожди, Игорёк, ну... Хочешь, я тебе покажу, как в Европе люди гуляют? Ну, покажи. Берешь специальный фужер для бренди. Это специальные фужеры. Пожалуйста. Не, Игорёк, возьми вот между пальцами. Ты же не ключ 9 на 12 держишь. Вот. Да, вот так между пальчиками взял. Наливай бренди, Игорёк. Неудобно. Ну, можно остановиться, Игорёчек. Немножечко, чуть-чуть. Все, ну, давай, Петька. Это, между прочим, бренди настоящий. Извини, что я сказал. Хорошо, давай, за тебя, давай. Это чуть-чуть, Игорёк. Ну, родненький, ну что ты, Игорёчек. Ну, просто так поднеси к носу. И так, нюхай, вдыхай. Давай. Да. Особо-то не шмыгай так соплями, не надо. А как? А просто, типа, не жбаню, а нюхаю, понимаешь? Ну, я нюхаю. Ну, все, и ждешь, пока подойдет официант. Нюхай. Когда он подходит, говоришь, excuse me, ой, извини, я по-английски. Ну, это типа, извините, а бар входит в стоимость путевки? Это я по-русски сказал, чтобы ты понял, там по-английски. Ну. Говорю, ты ему говоришь. Ну, и? И ждешь волшебного ответа. Какого волшебного ответа? All inclusive. Так. Чего? Ну, это по-нашенски, это типа, все включено. Ребята, все оплачено, все, и жбанство, и все, что стоит, вот, все оплачено, он тебе говорит. Ну, и чего? Черт, как тебе объяснить-то? Ну, вот, давай, вот ты официант, да? Скажи мне, типа, да, пожалуйста, ради бога, он included, скажи мне. Он included? О, а теперь это один еще, колесик, а? Thank you.